Что вы имеете в виду? А как вас зовут? Представьте. Чем вы виноваты? Мне? Имя, фамилия скажи. Имя. Сергей. Я 37 лет проработал. Петросян Сергей Арсенович. Я на это сам. Живу в городе Баку. 67 лет. У меня всегда двери были открыты. У меня дети учились по-азербайджански. И я сам вот родился в Азербайджане. Если я вру где-нибудь, я отсюда возьму землю, что сыпали на мой гроб. Потому что я другой родины не знаю. Они были очень хорошие, очень были. Замуж дали. Замуж дали наши. Национальный вопрос не был в Баку. Национальный вопрос не был в Баку. Я уже дочку замуж дала. И все мужики там все Азербайджане. Азербайджане. Танцевали. Моя близкая подруга. Так я танцевали. Туда Артюняру это сволочь. Вот это именно сволочь. Вот и Васканян на месте. Васканян, вот бородастый, который сидят, воду мутит, вот народу так, это два брата народа, все друг друга убивают. Это нам надо? Это нам надо? Это мне надо? Центр города квартиры получил. Не знала, что... Сидят в Армении, воду мутят, они зарабатывают деньги и убивают это два народа, которые корень на день, корень на одну, корень на два ветки. Какой режешь, будет больно. Поняли? Так и скажите, и Горбачеву скажите, надо кончать с этим делом. Слушай, что вы сидите там? Я поеду туда. Ничего, мы заблокированы, мы берем на себя эту ответственность. Да, риск нет, мы спасем вас. Если мы умрем, все равно мы спасем вас. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. Это вам даем слово. Слово даем вам. Слово даем. Умрем, а вас спасем. Вы спасли вчера нашу старуху. Это будьте уверены. Да, будьте да. Уверены. А то мы живы не были. Если вас не было, мы вчера умирали бы за это бандитский бой.